Приветствую всех, кто находится сегодня на нашем канале. Сегодня я вам хочу показать, как вяжется вот такой замечательный ажурный узор. Вот, он нежный, классный узор. Вот, изделие с него получается очень хорошее. Изнаночка у него вот такая вот. И для того, чтобы связать этот узор, нам нужно набрать количество петель, кратное 8. Я набрала 16 петель на 2 раппорта. Значит, как мы вяжем? Снимаем кромочную петлю. Вяжем 2 петли вместе лицевой за передние стенки классической петлей. Дальше вяжем 4 лицевые. Раз, два, три, 4. Делаем накид. Вяжем 2 лицевые петли. Вот это один раппорт. Следующий раппорт. Вяжем 2 вместе лицевой за передние стенки. 4 лицевые. Делаем накид. 2 лицевые. Кромочная петля. Изнаночный ряд вяжется только изнаночными петлями. Накиды тоже вяжутся изнаночными. Так, следующий ряд вяжем таким образом. Снимаем кромочную. Вяжем 2 вместе лицевой за передние стенки. Вяжем 3 лицевые. Раз, два, три. Делаем накид. Вяжем лицевую, накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Одну снимаем петлю. Вторую провязываем лицевой и протягиваем через снятую петлю. Следующий раппорт. 2 вместе лицевой, 3 лицевые. Раз, два, три. Накид, лицевая, накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Кромочная петля. Изнаночный ряд вяжется изнаночными петлями. Накиды тоже изнаночными, все изнаночными. Ну, этот узор вы можете вязать как бабушкиной, так и как классической, так и бабушкиной петлей. Разницы здесь не будет. Так, следующий ряд. Снимаем кромочную. Вяжем 2 вместе лицевой за передние стенки. Вяжем 2 лицевые петли. Вяжем накид, лицевую, накид, лицевую и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, лицевая и 2 вместе с наклоном влево. Классическая кромочная петля. Изнанку вяжем изнаночными петлями.
Бесконечный петли. Так, следующий ряд вяжем таким образом. Снимаем кромочную, провязываем 2 вместе лицевой за передние стенки. Вяжем одну лицевую, делаем накид, лицевая, накид, 2 лицевые и 2 вместе с наклоном влево, 2 вместе лицевой, снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Так, вяжем лицевую, накид, лицевая, накид, 2 лицевые и 2 лицевые с наклоном влево вместе. Кромочная петля. Так, изнаночный ряд, все изнаночные петли. Следующий ряд вяжем таким образом. Снимаем кромочную, вяжем 2 вместе лицевые, делаем накид, вяжем лицевую, накид, 3 лицевые и 2 вместе с наклоном влево. Снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 3 лицевые и 2 вместе с наклоном влево, лицевой, кромочная. Так, изнаночный ряд, изнаночные петли. Дорогие рукодельницы, кому понравится этот узор, поставьте, пожалуйста, лайк. Вот. Подписывайтесь на наш канал. Будем очень вам благодарны. Следующий ряд. Вяжем 2 петли лицевые. Делаем накид. Вяжем 4 петли лицевые. И 2 петли вместе с наклоном влево. Снова вяжем 2 лицевые петли. Делаем накид. 4 лицевые и 2 с наклоном влево. Ну, дальше пойдет изнаночный ряд. Я уже его писать не буду, то у нас видео ограниченное время. И вот такой вот узор у нас получился. Замечательный, нежный, очень красивый. Ну, желаю вам применять этот узор в ваших изделиях. Всего вам хорошего. До свидания.